Концертная программа выступления Валаамского хора в Одинцовском доме офицеров должна была носить предпраздничный окрас. Но ее изменили в связи с трагическими событиями, произошедшими недавно. Наш сегодняшний концерт хора Валаамского монастыря, в котором прозвучит фрагмент всеночного бдения, а также песнопения разных стран, посвященных празднику Рождества Христова, он будет посвящен светлой памяти всех погибших в этой авиакатастрофе. Мероприятие началось с молитвы и минуты молчания. Хор Валаамского монастыря – уникальный творческий коллектив, который одновременно является богослужебно-певческим. Уже за уходящий год православный он дал около 200 концертов. Он собирает всегда полный зал, поэтому вот в канун Рождества, в Нового года, в очередной раз они приехали к нам, их пригласили, они сейчас проходят с туром по Подмосковью, и, конечно, в Одинцово они тоже выступают. Как мы видим, это в самом деле нужно людям. Все свои музыкальные композиции в этот вечер хор посвятил памяти пассажиров самолета Ту-154. Со сцены прозвучали патриотические песни Первой мировой и Великой Отечественной войн, духовная и траурная музыка. Исполненные песни стали еще и данью памяти для другого хора – ансамбля Александрова. Свой последний концерт ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова дал 3 декабря в волейбольно-спортивном комплексе города Одинцово. Анна Пряхина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».